Это Любовь Соболь. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов рассказал о напряжении в обществе из-за разницы в доходах. Владимир Познер спросил у министра про очень высокую разницу между доходами самых богатых россиян и всех остальных. Согласно данным из доклада, который привел Познер, на 10% самых обеспеченных людей в России приходится 82% всего личного богатства страны. В ответ на это Силуанов признал, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе обществе. Затем министр заявил, что уже были повышены налоги на роскошную недвижимость и яхты, а также рассмотрел вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения. По мнению министра, сейчас менять законодательство в части шкалы, наверное, было бы неправильно. И только после этого Силанов сказал, что надо поднимать заработную плату и пенсии тем, у кого невысокий доход. А потом еще с гордостью заявил про уравнивание прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. И теперь тот, кто работает, должен получать обязательно размер зарплаты не ниже прожиточного минимума. В рот минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом 1 мая и составил 11 163 рубля. И это еще без вычета налогов 13%, который вычитается из всех зарплат. То есть в реальности человек может получить даже меньше 9 712 рублей. У нас нефть, газ и самая большая территория в мире. Путин там какие-то глобальные геополитические проблемы решает и радуется этому. А первая вице-премьер нашего правительства гордится тем, что тот, кто работает, будет получать зарплату не ниже прожиточного минимума. Достижение какое великое? В России у многих людей очень низкие зарплаты, особенно в регионах. Брянская область 27 95 рублей. Нижегородская область меньше 32 тысяч. Самарская область немногим более 33 тысяч. И это средняя начисленная зарплата, то есть тоже без вычета того самого налога в 13%, а на руки люди получают еще меньше. А вот вакансия самарского предприятия «Пау Кузнецов», на котором производят в том числе ракетные двигатели для ракеты «Союз», той самой, которая недавно упала от 17 тысяч. От 17. И после такого кто-то еще удивляется, что у нас ракеты падают. На этом фоне один министр нам с гордостью рассказывает, что работающие теперь не получают меньше, чем прожиточный минимум. А второй министр труда Максим Топилин вообще недавно заявил, что зарплаты россиян растут беспрецедентными темпами. Статистики за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами практически на 11% увеличилась заработная плата. Это, видимо, имеется в виду, что человека была зарплата в 10 тысяч, потом выросла до 11 тысяч 163 рублей, и это рост в 11%. Вы этим гордитесь, господин министр? Это такой у вас повод для гордости после 18 лет правления Путина? Зарплаты в России существенно вырастут, если вырастет экономика. А для роста экономики нужны борьба с коррупцией, независимые суды, защита бизнеса и много чего еще. Вот этим нужно заниматься, а не рассказывать про напряжение в обществе и что по статистике у нас беспрецедентный рост зарплат.